разговор. Порог проходят. Да, их там развернуло на камни. Все, засели. Накренило. Они вас увидят и пойдут за нами. Пошли. Да. Давай, расческа. Аккуратно, расческа. Да, расческа. Идем, расческа. Такие вот булыжнички тут. Уральские камушки. Здоровые цветочки, синенькие, красивые. Вот сосна, смотрите, сухая, класснючая. Тут тропинка, тут лесок, в поле каждый колосок. Какие-то дупла. Такое ощущение, что здесь какие-то животные. Сосна живая. Отверстия большие. Может, белки живут в этих дуплах. Завтра уже будет ноль? Или послезавтра? Ночью будет уже нормально, да? И тем более костра еще не будет. Конечно, три спальни. Я очень... А, то есть ты вместе три будешь делать? Три вместе будешь делать? Ну, как бы я буду делать два вместе, не хочу укрываться. Сидеть. Еще у меня плед есть. Основательный один катамаран у нас уже порвался на первом пороге. Ну да, такое здесь себе. Вон, дождь начинается, как всегда. Сейчас аккуратненько, оба. Посмотреть хочу. Главное не упасть. Здесь вот такие камни, то здесь надо очень плавно, аккуратно проходить. Иначе катамаран порвется. Основательные камни.
Москве. Дождик начинается, капает. Можно веревкой перепротянуть его. Сплав через порожек. Вот, немножко разгрузили народ. Буду сплавляться втроем. Если толкой, можно на камень напороться. Лучше на середину, может быть, садитесь. Или что, Дима, сзади, сзади. Назад садитесь в одно место. Дима, назад лучше иди. Куда ты, куда полез-то? Лучше назад разгрузить передок, нет? Давайте. Ровнее, ровнее. Куда вы, куда на камни? Отлично! Надеюсь, не порвали катамаран, да? Прошли удачно. Давай, давай, молодец! А все, уже поздно. Прогибаться не было. На скорости! Ой, скорость попает, попадите, самое главное. На все останавливайтесь, тормозите, да? Четко, вообще четко прошли. Вообще четко. Молодцы! Марк, блин, печальный лагерь. Да, да, хорошо. Лапки поставили. Хорошо, да, тихо стало, и дождя нет, и это. Может быть, тут еще и поторокались. Потому что два катамарана у нас порвались. Кстати, Саша плывет. Два катамарана едут. Грибут. Очень спокойно, тихо, дождик моросит. Красота. В общем, дождь на улице льет, решили в палатку залезть с Марком. Экипаж на порванных катамаранах только подъехали. Два катамарана порвали. Сейчас вот им надо палатки ставить, они все мокрые стоят. Снимаю. Ребята промокшие в дождевиках сейчас. Мокнут. Все закрыли. А мы сидим, отдыхаем. Пьем горячий чай. Откроемся. А я сейчас попью. Мокрые сапоги. Мокрые кроссовки. Мокрые носки, мокрые дождевики, носки, скоро будут мокрые. Не надо сюда ходить. Заходи, открывай. Да вообще там классно, комфортно. Залазь. Лодка, дождь, вечер. Я тоже думал.